спутники, рассказывающие истории про Гондора по прозвищу Баунти Хантер, и сами не знают, что в них правда, а что ложь. Одни перешептываются, говоря, что его бросили еще котенком. И научиться скрываться и выслеживать ему пришлось, чтобы просто выжить. Воровство стало промыслом, позволяющим прожить очередной день, не думая о еде. Другие слышали, что он осиротел на войне и был взят под крыло великим Сороком-охотником, который показывал Гондору приемы боя на клинках и с которым они вдвоем прочесывали темные рощи, выходя на большую охоту. Некоторые, в свою очередь, думают, что он был обычным уличным оборванцем, взращенным в гильдии карманников и воров, где его обучили скрытности и запутыванию следов. Поговаривают, именно там он столкнулся с одним из своих соперников в ремесле – Рикки. Выполняя заказы, они не раз сталкивались. Исход каждый раз был разным. Иногда побеждал Гондор, иногда Рикки. В самых тяжких заказах им приходилось объединить свои усилия. Именно в таких моментах никто не мог остановить смертоносный дуэт. Собирающиеся вокруг костров в далеких загороднях рассказывают и более невероятные слухи о нем. Например, поговаривают, что это он выследил короля Гофа, тирана, годами скрывавшегося от правосудия, и принес в качестве доказательства его голову и скипетр. Скрывающийся в болотах Гоф нанял множество охранников, расставленные по всей территории болот. Ни один из них так и не заметил Гондора. Глупый король пал жертвой собственной беспечности. Также ходит молва, что это именно Гондор проник в лагеря повстанцев на Хайсити, схватил там легендарного вора по прозвищу Белый Плащ и доставил его до суда. А еще, что именно он закончил карьеру Сорока-охотника, которого объявили вне закона, когда тот убил лучшего принцевского бугая. Многим непонятен такой поступок. Кто-то расценил бы это как предательство, кто-то как правосудие. Для кого-то же это очередной заказ, за который он получит свою награду. Так и расходятся истории о невероятных способностях и деяниях головореза. И каждая его авантюра невероятнее предыдущей, а каждая новая жертва грознее той, что пала до нее. Жертвы знают, за хорошую цену выследить можно кого угодно. За хорошую цену, даже за наисильнейшими, может явиться смерть из тени. Ладно, хватит на сегодня бэк перед костром. Все равно он, скорее всего, просто очередная страшилка для злодеев. Ах да, заступишь первый на дежурство. Без проблем.